Всем большой привет! Сегодня поделюсь своими любимыми способами, как вкусно заготовить баклажаны на зиму. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Первый рецепт. Вкуснейшая икра из баклажанов. Берем 1 кг 600 граммов баклажанов и нарезаем их произвольными ломтиками любого размера. Помещаем синенькие в миску. Добавляем 1 столовую ложку соли. Хорошо перемешиваем и оставляем на 20-30 минут, чтобы выделился сок. Вместе с ним уйдет лишняя горечь. В это время подготавливаем остальные овощи. 0,5 кг лука нарезаем мелкими кубиками. 300 граммов моркови трем на крупной терке. Дальше разогреваем сковороду. Наливаем в нее 150 мл подсолнечного масла без запаха. Высыпаем туда лук. Обжариваем его до прозрачного состояния минут 5-7. Добавляем морковку и продолжаем жарить все вместе еще 5-7 минут до мягкости моркови. За это время баклажаны пустили сок. Теперь промываем их холодной водой и откидываем на сито. Пока с баклажанов стекает вода, очищаем от семян 350 граммов сладкого перца и нарезаем его небольшими кусочками. 1,5 кг помидоров освобождаем от сердцевины и разрезаем на несколько частей. Затем подготовленные овощи пропускаем через мясорубку с крупной решеткой, чередуя их между собой. В получившуюся массу высыпаем остывший жареный лук с морковкой. Перемешиваем и отправляем на плиту. Ждем, пока овощная масса закипит. И варим ее на умеренном огне 40-50 минут до испарения жидкости. Дальше даем содержимому миски немного остыть. Еще теплую массу с помощью погружного блендера превращаем в пюре. Добившись нужной нам консистенции, добавляем к овощам 25 граммов соли, 50 граммов сахара, 1-2 грамма черного молотого перца, столько же красного острого перца, 5 граммов сладкой паприки, 1-2 грамма молотого кориандра и хорошо перемешиваем. После чего начинаем овощную массу снова постепенно нагревать на небольшом огне. После закипания варим 10 минут при постоянном помешивании. Через 10 минут добавляем в кипящую массу 50 граммов пропущенного через пресс чеснока, 15 мл 9% уксуса, хорошо размешиваем и продолжаем варить еще буквально 1-2 минуты. Затем раскладываем икру в горячем виде по сухим стерильным банкам. Заполненные доверху банки прикрываем крышками, закатываем, переворачиваем и даем так полностью остыть. Из указанного количества продуктов у меня получилось 6 пол-литровых баночек. Хранить ее можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Второй рецепт. Маринованные баклажаны по вкусу как грибы. Берем 1,5 кг баклажанов и режем их кружочками толщиной чуть больше сантиметра. Затем круги небольшого диаметра разрезаем на 2 части, а которые покрупнее на 4.
Дальше погружаем подготовленные баклажаны в кипящую воду. Ждем, пока все снова закипит. И с этого момента варим ровно 5 минут. Баклажаны постоянно окунаем в воду. Затем откидываем их на сито и даем воде стечь, а баклажанам полностью остыть. В это время готовим заправку. Измельчаем ножом 50 граммов укропа, 5 граммов острого перца, 5 граммов. Перекладываем все в миску, выдавливаем туда 40 граммов чеснока, добавляем 20 граммов соли, 80 миллилитров 9% уксуса, 80 миллилитров рафинированного подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Теперь остывшие баклажаны помещаем в подходящую посуду, добавляем к ним заправку. Аккуратно перемешиваем и раскладываем по стерильным банкам. Банки заполняем баклажанами максимально плотно, до самого верха. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 пол-литровые баночки. Прикрываем их крышками. Ставим застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечики водой комнатной температуры и отправляем на плиту. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем баклажаны на небольшом огне ровно 15 минут. Затем достаем банки из воды, закатываем их, переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Вкуснейшие баклажаны на зиму, которые очень похожи на грибы, готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Третий рецепт. Острые баклажаны огонек в томатном соусе. Сначала подготавливаем овощи, которые будем измельчать. 500 граммов красного сладкого перца очищаем от семян и нарезаем небольшими кусочками. 1,5 килограмма спелых помидоров режем на дольки и удаляем сердцевину. Тридцать граммов острого перца делим на несколько частей. И еще нам сразу понадобится 50 граммов чеснока. Теперь пропускаем все эти овощи через мясорубку с мелкой решеткой. Начинать лучше с чеснока, затем острые и сладкие перцы, а в завершении помидоры. В полученную овощную массу добавляем 20 граммов каменной соли, 45 граммов сахара, 200 граммов подсолнечного масла без запаха. Хорошо перемешиваем и отправляем на плиту. Пока смесь будет закипать, подготавливаем 1,5 килограмма баклажанов. Нарезаем их кружочками толщиной чуть меньше 1 сантиметра. Затем маленькие круги оставляем целыми, а большие режем пополам. Дальше добавляем закипевший томатный соус 50 мл 9% уксуса. Размешиваем и засыпаем баклажаны. Погружаем их в соус. Ждем, пока закипит. И варим на медленном огне 30 минут. Пока баклажаны твердые, время от времени их аккуратно перемешиваем. Мягкие баклажаны мешать не нужно, чтобы они не потеряли форму. Через 30 минут раскладываем баклажаны по стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Дальше накрываем баклажаны стерильными крышками, закатываем, переворачиваем и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные баклажаны в остром томатном соусе готовы.
Из указанного количества продуктов получается 6 пол-литровых баночек. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.